Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео, в преддверии нового 2019 года, года свиньи, я хочу вам показать вот таких вязаных поросят, которые я связала пока что на сегодняшний момент. Хочу вам показать два вида. Это два вида подвесочки. То есть, к примеру, это может быть, допустим, поросеночек с елочкой, либо же поросеночек с метлой. Вообще, в принципе, знак свиньи выступает как, скажем, символ материнства, благополучия, богатства. Вот, поэтому я сделала, скажем так, один, скажем, поросенок как символ Нового года, это с елочкой, второй как символ, допустим, удачи и благополучия в доме. А вы же сможете, в принципе, украсить на свой вкус. Это, возможно, какие-то будут маленькие пожелания на медальончик, как в данном случае вы видите у меня. Возможно, есть такие буковки и циферки, которые клеятся. То есть вы можете здесь наклеить, допустим, удачи, богатства, там, к примеру, новый 2019 год или там с Новым годом. Вот. И второе, это самый такой простой вариант, это снежинка либо пришитая елочка. Вот. И также второй вариант, помимо подвесочки, это просто игрушечка самостоятельная, которую вы сможете поставить на полочку. То есть она будет радовать глаз хозяину. Вот, кому вы подарите. И подвесочку, кстати, можно еще использовать в качестве дополнительного подарка. То есть, допустим, вы вешаете на бутылочку шампанским данную подвеску, затем хозяин, к примеру, открывает за столом бутылочку шампанского, а игрушечка идет на, скажем так, елочку в качестве игрушки. То есть уже получается символ года висит на елочке, соответственно, потом будет весь год, скажем так, сопутствовать удача и успех во всем доме и тех, кто присутствовали за столом в данный момент. Вот, в принципе, такие игрушечки я считаю, что можно подарить, допустим, если вы будете новогоднюю ночь праздновать в какой-то большой компании, то можно, допустим, связать таких игрушечек несколько и раздать новогоднюю ночь. Также в преддверии Нового года, если, допустим, вы встречаетесь с друзьями, к примеру, с родителями, с бабушками, с дедушками, это тоже отлично послужит хорошим вот таким подарком своими руками. Очень маленькая затрата по материалу, немножечко затрата по времени, кропотливая работа, но в итоге получается, скажем, небольшой подарочек с вашей частичкой души. Я выставляю на голосование, какую игрушечку вы хотите связать из данных, что я сейчас вам предоставила. Это же, допустим, может быть поросеночек-подвеска с елочкой, поросеночек-подвеска с метлой, либо же самостоятельная вот такая игрушечка для полочки, скажем. Такую же игрушечку можно для полочки также сделать вот такую маленькую, скажем так, шнуровочку-подвесочку, прикрепить, и точно такая же игрушечка может послужить вам и точно на елочку. То есть, в принципе, здесь вы уже включаете свою фантазию, смотрите, чем вы хотите украсить данную игрушечку. Это, возможно, какие-то, опять же, такие циферки, буковки, какие-то ленточки, бусинки. В общем, в принципе, все, что хотите вы на ваш вкус и усмотрение. Не забудьте мне лайкнуть, и чем больше будет лайков и комментариев под видео, тем быстрее мы свяжем с вами символ предстоящего 2019 года. Всем удачи, хорошего настроения, творческих идей, успехов. Всем пока-пока!